Забыть о своих долгах станет сложнее, о неоплаченных счетах или просроченных штрафах теперь напомнят с помощью СМС. Сообщения автоматически будут приходить должникам на телефон. Опыт показал, что почтовые извещения не так эффективны. В СМС будет ссылка, по которой можно узнать подробности о задолженности. Теперь для этого не нужно обращаться лично к судебным исполнителям. Погасить долг тоже можно дистанционно, прямо со смартфона с помощью мобильной оплаты. Этот сервис позволяет должникам оперативно получать информацию о наличии задолженности. Граждане зачастую или в ряде случаев не проживают по тем адресам, где обозначены в исполнительных документах. Все сейчас используют мобильную связь, поэтому для информирования о наличии задолженности выбран такой удобный, на наш взгляд, способ информирования. Пока это работает для абонентов А1 и МТС, в ближайшее время такие договоры намерены заключить со всеми операторами сотовой связи.